На Атрауском нефтеперерабатывающем заводе началась отгрузка товарного параксилола. Теперь цены для нефтехимии сырье производится на заводе в промышленных объемах. Это положительно отразится на росте дохода от переработки нефти. Комплекс по производству ароматических углеводородов от Иравского нефтеперерабатывающего завода был построен в 2015 году в рамках стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на период с 2003 по 2015 годы. Целью этой стратегии является развитие сырьевого сектора нефтегазовой отрасли, перерабатывающей промышленности и высокотехнологических производств. Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов осуществляла китайская компания. Лицензиаром технологии является французская компания «Аксенс», являющаяся одной из лучших в сфере нефтеперерабатывающих производств. На Атрауском нефтеперерабатывающем заводе положено начало большой нефтехимии. На прошлой неделе началась отгрузка товарного параксилола. Теперь ценное сырье для нефтехимии высокой добавленной стоимости будет производиться на ТВ-НПЗ на постоянной основе и в промышленных объемах. Наряду с началом промышленного производства параксилола также увеличилась выработка товарного бензола. Эти вышеуказанные продукции являются продуктом комплекса производства ароматических углеводородов. Это крупнейший независимый в Казахстане нефтехимический комплекс, который имеет гибкую схему и может работать по двум вариантам – это топливный и нефтехимический. Производственная мощность комплекса производства ароматических углеводородов – это 133 тысячи тонн год бензола и 496 тысяч тонн параксилола. Бензол и параксилол – это востребованные продукты переработки нефти, которые являются сырьем для производства огромного ассортимента нефтехимической продукции, в том числе капронов, пластических масс и пластмассовых волокон. Также бензол и параксилол используются для получения красителей и ядохимикатов для сельскохозяйственного производства, специальных смол для строительного бизнеса и мебельной промышленности, и в качестве сырья для получения лекарственных препаратов и растворителей. Карина Дуржанова, Айбек Утемисов, служба новостей.